Всем привет! Сегодня у меня на обзоре очередной нож для любителей природы, отдыха на природе, активного отдыха, для любителей пикничков, рыбалки, охоты, туризма. Вот от китайской компании Outdoor Survival пришла вот такая коробочка, а в ней вот такой довольно-таки интересный нож. Кожаные ножны. Кожа довольно-таки толстенькая, крепкая. Подвес. Швы прошиты аккуратно. Кнопка фиксирует. Довольно-таки крепко держится. Логотипчик китайской компании и сам нож. Нож очень похож на нож Bushcraft, только он лезвие тоненькое, примерно 2,8 миллиметра. Сам нож длиной 21 сантиметр с половиной, лезвие 96 миллиметров. Вот такой довольно-таки симпатичный аутдорный нож. Спуски у него прямые от середины клинка. Имеется микроподвод. Деревянные накладки. Болтовые стяжки. Имеется серийный номер на ноже. Нож в руке лежит довольно-таки удобно. Любым хватом. Заточен с коробки. Я даже удивился. Даже не правил еще. Волос бреет. Ну что, такой ножик вполне подойдет для нарезки бутербродов, приготовления обедов, ужинов на природе. Салатик порезать, колбаску, огурчик. Это, думаю, нож справится на ура. Здесь имеется клеймо. Здесь стоит название Outdoors. Сталь на нем стоит AUS 8. Заявленной твердостью 60 единиц. Ну, конечно, 60 единиц вряд ли на нем стоит. Но попробуем. Вот сейчас немножко порастает. Природа живет. И в лесу на пикничке за кружкой чая мы этот нож испытаем.